Здравствуйте, дорогие. Did your father ever tell you why my bones ache in the weather? War. Their soldiers killed everyone. I do not fear our enemy. They talk of peace and dream of war. Our people deserve to be freed of the oppressor's grasp. Vengeance is on the lonely path now, eh? Believe me, there are other ways to heal. People are so quick to abuse their power, do not deserve to keep it. There is much we will learn from each other, Yasuke. You can see when two people fit, when they will be better together. There is no honor in praying the weak. Together, we will bring justice back to the people. Блин, ребята, на кайфах. Так, ну, во-первых, погнали. Это вот. Но это кинематик. Вот. Храмы нас ждут прикольные. Вот, виды. Блин, ребят, вы только посмотрите, какие тут прекрасные виды. Это просто офигеть. А, почему я паузу не могу поставить? Так, ладно, попробую. Короче, судя по всему, тут еще будет классная история. То, что солдаты уничтожили деревню, все дела в стиле японских боевиков. Куда звук пропал? Я не пойму. Почему игра на паузу не делается? Тут показывается... Он тормозит, видимо, проигрыватель. Местами слабый нетбук. Так. Короче, попробую рассказать прям по существу. Скорее всего, нас ждет клевый геймплей графический. Вот показывают, как он по крышам ассасинка бегает. Главной героиней будет ассасинка паркур. Видите, классно показывают паркур. Вот, скрытый клинок, как она, видимо, получает первый раз, судя по всему. Или опять месть. Но это сделано реально круто, очень круто. Вот, виды красивые очень. Даже если, вот, я так понимаю, что будет скрытый убийство в стиле старых ассасинов ударских. Вот, красивые виды. Судя по всему, тут клевый фоторежим будет. Это по-любому. Тут виды просто потрясающие. То, что самурай будет пробивать стену, ее напарник, это, конечно, оригинально, как какой-то этот джаггернаут. Вот. Это сделано реально круто. Ладно.
промотаем. Блин, это реально круто. И в графическом плане очень все красиво, и в плане геймплея. Мне тут понравилось, что новое оружие появилось, которое уничтожает бамбук. Рубит бамбук. Это наподобие нунчаков, только на этих. Сейчас покажу. Судя по всему, на цепях. Вот, и боевая система очень классная, видимо... Жестокая игра будет 18+, судя по всему. Я могу, конечно, ошибаться, но... Блин, ну это реально круто, вот эти все виды, как они показываются, это реально. Короче, мне понравилось, мне кажется, это будет игра года в плане Assassin's Creed. Вот смотрите, видите, она бамбук жестко разрезает. Убийство будет красивым по-любому, даже если это роликами сделано, это будет одно из лучших. И судя по всему, как она фонари уничтожает, это будет, как его, стелс, скрытно проходить. Надеюсь, не принудительно, а по выбору, если этот стелсняк проходить. Ну, короче, ребят, это очень круто. Это реально круто. Всем пока-пока.